Да, такой страсти не видел. Просто везде все льется. Вместо звуков будильника Смирновы проснулись под аккомпанемент водопада. Основная Ниагара, как говорится, произошла по этому углу. Вплоть до того, что начало размывать бетонные конструкции здания. То есть об этом свидетельствуют следы цемента. Вода хлынула сразу из нескольких мест. Через час ее уже было по щиколотку. Смирновы живут на третьем этаже, и поэтому пострадали больше других. Трубу прорвало в квартире прямо над ними. Внутри в этот момент никого не было, а накануне во всем доме отключали отопление. Вчера с 11 часов дня и до 2 часов ночи не было отопления. Из-за этого размерзлись батареи на вот этажом выше над нами. И после того, как, соответственно, отопление включили, это все лопнуло. Дошли потоки и до первого этажа. У Валерия кипяток выливался прямо из электрического щита. Вот отсюда ручьем прям. Вот как ни странно, я удивился, отсюда ручьем. Как не было пожара, я удивляюсь. Потому что это электрика. Электроснабжение в доме отключили, отопление подают не в полную силу. Непонятно, как сушить промокшие квартиры. Часть вещей приходится сушить прямо на лестничной клетке, но воды они впитали настолько много, что даже спустя сутки ковры все еще приходится отжимать. Таких последствий можно было бы избежать, если бы коммунальщики и аварийные службы оперативно приехали на место. Однако, по словам жителей, первую бригаду здесь увидели только спустя 2 часа. В управляющей компании говорят, что все сотрудники прибыли вовремя. Дом выключили через 25 минут. У нас вообще по регламенту максимум 30 минут. И мы приехали, закрыли этот дом. 7:30 их не было, 7:40 их не было, 9:08. Их не было. И мы стали возмущаться, почему мы 2,5 часа ждем. Он говорит, а что вы хотите? Мы работаем с 9 утра. В течение 10 дней коммунальщики составят акты по всем залитым квартирам. И если экспертиза признает случай страховыми, потерпевший получит компенсацию. В ином случае добиваться выплат придется через суд.